Каждый рабочий день для коллектива управления капитального строительства не похож на предыдущий. Задачи по строительству, ремонту, модернизации, техническому перевооружению объектов Михайловского ГОКа требуют творческого подхода к решению и поступают одна за другой. Также быстро специалисты управления воплощают их в жизнь. Коллектив очень довольно-таки дружный, коллектив слаженный, коллектив нацелен на результат. Коллектив приходит сюда не для того, чтобы посидеть, а для того, чтобы сделать, для того, чтобы отсюда уйти с чистой душой и совестью. Ну и, соответственно, также у нас есть и молодые кандидаты, которые к нам приходят, которые тянутся, которые закрепляются, которым тоже интересно. И вот последняя тенденция последних лет, то, что молодежь, ей хочется у нас работать. В числе тех, чья профессиональная деятельность служит примером для молодого поколения, начальник сметно-договорного отдела Любовь Мелехова. Ее стаж на комбинате больше 20 лет. Многие годы в должности ведущего экономиста Любовь Юрьевна отвечала за исполнение программ капитальных затрат. Сегодня в ее ведении договорная работа и составление сводных сметных расчетов. Любовь Мелехова отмечает, несмотря на то, что ей по роду деятельности не приходится посещать строительные площадки, о технологии и регламенте строительных работ она знает все. Есть, конечно, очень интересные объекты, трудоемкие. Это вот в основном касается фабрики, модернизация ОММО с внедрением тонкого грохочения. Это сейчас, вот в прошлом году был первый этап, сейчас второй. Все объекты, кстати, довольно интересные. Нам приходилось завершать завершающий период обжиговая машина номер 3. Мне моя работа очень нравится. Я с удовольствием иду на работу. Профессионализм коллектива служит гарантией успешного развития предприятия. За почти полувековую историю управления в эксплуатацию введены сотни зданий и сооружений. Сегодня наиболее значимая задача для коллектива УКС – модернизация объектов комбината. Например, монтаж 13-й секции обогатительной фабрики, модернизация обжиговых машин, строительство уникального не только в России, но и в мире объекта – дробильно-конвейерного комплекса и десятки других масштабных проектов. В этом году мы сдаем объект, это пожарная часть номер 15. Она выполнена и запроектирована по всем современным требованиям, нормам. У наших пожарных будет возможность проводить тренировки как и по учебной башне, так и пробегать полосу препятствий. По социальным объектам мы в этом году сделали полностью, закрыли фасад церкви, храма. Мы поставили колокола. Мы водрузили кресты. Сейчас ожидаем окончания строительства, опять-таки же, в соответствии с графиком. Специалист управления капитального строительства всегда работает с полной самоотдачей, понимая, что от эффективности их инженерных решений и выполняемых работ зависит успех Михайловского ГОКа и всей компании «Металлоинвест».